Здравствуйте, меня зовут Наталья, и это мое шоу «Предварительные ласки». Многие неопытные директора допускают ошибки при вдохновлении своих сотрудников к сложному рабочему дню. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Здрасте. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Здрасте. Сегодня ПИ. Вы что, не могли пораньше, что ли, прийти? Так, бегом переодеваться и в зал. Работы полно. Глаза бы мои вас не видели. Девушка. Чего? Да я хотел только узнать, кто производитель этих штор. Для таких, как вы, специальные очки придуманы. Это полный беспредел. Я буду жаловаться вашему руководству. Важно! С самого утра необходимо создать благоприятную моральную обстановку для своих сотрудников. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Здравствуйте, мои золушки. Вы как никогда красивые сегодня. Сегодня РЦ и к тому же ПИ. Поэтому надо собраться и работу сделать идеально. Ах, какое блаженство, мы само совершенство. Девушка. Да, добрый день. Чем могу помочь? Хотел узнать, кто производитель этих шпрот. Давайте посмотрим вместе. Это Калининград. Ну, классная штука. Теперь буду использовать ее сам. Спасибо большое. Хороших покупок. Помните, провальная подготовка – это подготовленный провал. Любите своих сотрудников и покупателей так, как любим их мы. И результат не заставит себя долго ждать.